ржавый замок. Руками его не открыть. Интересно, где твой хозяин? Назад я умер в этом отеле. Именно здесь и спрятана моя посмертная маска. Отгадаешь три моих загадки, и я подарю тебе ее. Но если не отгадаешь, то в этом отеле станет на одну маску больше. Скажи, как зовут владыку миров, который дремлет на вершине подводного города на дне Тихого океана? При определенном положении звезд этот город появляется над водой, и древнее божество освобождается. Это правильный ответ. Как называется город, большинство жителей которого внезапно исчезли, а те, кто уцелел, в страхе покинули это место? Если ты хочешь встретить вампира, то тебе нужно непременно посетить это место. Это правильный ответ. Назови имя девочки, которая была сожжена и принесена в жертву членами древнего ордена. Из-за этих событий зло проникло в город, и он погрузился во тьму. Этот туманный город на холме теперь тихо дремлет под слоем пепла. Это правильный ответ. Маска страха.
этом городе. Арматура. Скормлю тебя свиньям! Ржавый замок. Руками его не ржавый замок. Должно быть, эту церковь давно не открывали.
самая свежая могила на этом. Золотой ключ. Маска счастья.